Тематические смены, где каждый может попробовать себя в роли веб-дизайнера, художника и лично проверить законы физики. В «Алых парусах» началась первая летняя смена. После обновления учебного корпуса отдых и образовательный процесс кардинально изменился. Давайте название отряда всех напишем. Прямо на сцене они рисуют и оставляют пожелания. Больше 30 человек заехали в первую летнюю смену «Алых парусов». В этот сезон центр вошел обновленным. Учебный корпус теперь светлый и современный. Такие преображения стали возможны благодаря нацпроекту «Образование». Этим летом здесь пройдет сразу ряд тематических смен. Здесь все направлено на то, чтобы действительно были, если это наука, то высокотехнологичная, связанная с реальным сектором экономики. Если это искусство, живопись, то это профессиональные краски, кисти, бумага и так далее, что не каждый, наверное, школьник может себе позволить на местах. Специально для ребят во время тематических смен будут работать приглашенные преподаватели. Например, в 20-м лицее Елена Кошева преподает математику, а в «Алых парусах» рассказывает, как бороться с кибермошенничеством и противостоять буллингу в социальных сетях. Советы дает не только детям. Не переходить ни по каким ссылкам, даже если нет хороших знакомых. Второе. Контакт со взрослым важен. И, пожалуйста, уважаемые родители, учителя, взрослые, обратите внимание на поведение ребенка. Любые изменения в поведении должны настораживать. В ходе тематических смен дети смогут не только отдохнуть, но и получить новые знания. Например, в компьютерном классе проходят уроки 3D-моделирования, а в кабинете физики опыты ставят те, кто в школе еще даже не проходит этот предмет. Обычный листок и обычный стакан. В стакане вода. Сейчас мы сделаем так, чтобы вода не пролилась. Первая летняя смена является своего рода пробой пера и поделена на несколько блоков. Так дети могут попробовать себя в самых разных направлениях. Следующая смена будет посвящена IT, а завершат лето в «Алых парусах» спортивной тематикой. Ирина Шмыгова, Артем Петров и Михаил Державин. Вести Ульяновск, из Чердаклинского района.